здравствуйте, это «Цифры не врут». Перед матчами 10-го тура чемпионата России «Газпром-Югра» «Дина» я расскажу вам о некоторых любопытных фактах из истории встречи этих команд. За 4 года, проведенных в России, диновец Алимао делал хет-трик один раз. Произошло это 5 октября 2013 года в матче с «Газпром-Югрой». Правда, усилий Алимао для общей победы не хватило. «Дина» уступила с минимальным счетом. Нынешний ролевой «Газпрома» Кака, будучи игроком «Спартака» Щелкова, становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2004-2005. 2 из своих 49 голов Кака забил Дине. Югорчанин Дмитрий Лысков огорчал Дину в последних 6 встречах. Интересно, что нападающему удалось забить во всех 4 матчах финальной серии плей-офф 2014 года. В этом сезоне игроки «Дины» реже всех в Суперлиге получают желтые карточки. На данный момент в пассиве пушкарей 12 горчишников в 12 матчах. Для сравнения, у «Газпром-Югры» 21 желтая карточка. Спаренные матчи вернулись в календарь чемпионата России в 2013 году. С тех пор «Дина» выиграла 75% вторых матчей тура, в том числе и в Югорске год назад. Эта статистика с оптимизмом позволяет смотреть на вторую встречу с «Газпромом», хотя и в первой наша команда обязательно постарается добиться положительного результата. Ждем интереснейших матчей и помним, что цифры не врут.